В Ивангороде в рамках молодежной акции «Мы за чистый город» прошел субботник. Объектом уборки стала местность возле дороги к таможенному терминалу. Здесь за зиму скапливается огромное количество мусора. Жители двух приграничных городов, двигаясь по направлению к границе, активно выбрасывают здесь то, что должно лежать в урне или в мусорном контейнере. Такое положение дел не устраивает и активную ивангородскую молодежь. Один из организаторов молодежной акции Степан Левченко рассказал, что провести субботник именно в этом месте он и его единомышленники решили, учитывая, что эта дорога практически лицо города. А потому, как встречает город гостей, судят по его жителям. Прошла неделя со времени проведения прошлого субботника в микрорайоне Парусинка. И надо отметить, что в команде появились новые люди, в том числе молодая семейная пара. Как отметили сами участники акции «Мы за чистый город», в дальнейшем они планируют продолжить участие в наведении порядка в городе в тех местах, где не убирают дворники. Елена Афанасьева, Игорь Овсиенко, телеканал «Ореол».